У нас традиция создалась в городе очень хорошая, чествовать в день города лучших. У нас очень много хороших людей, но выбрать среди лучших среди них оказалось очень сложно. Выбрать из 100 тысяч людей труда только 24 лучших – действительно, задача серьезная. Поэтому кандидатуры на доску почета выдвигали трудовые коллективы города. Первая в золотом списке – Елена Геннадьевна Акузина, которая много лет руководит Березняковским родильным домом. Свои первые роды она приняла больше 30 лет назад. Я являюсь ярким представителем династии медицинских работников, потому что у меня мама, она тоже врач-акушер-гинеколог. Мое место работы и выбор, он был вообще определен с детства, потому что лечить кукол, играть во врача, это было с пеленок. Удостоились наград люди самых разных профессий – врачи, инженеры, индивидуальные предприниматели, работники культуры. Про педагогов не забыли. Мастер производственного обучения Татьяна Лебедева за 30 лет выпустила сотни поваров и кондитеров. Занесение на доску почета для нее стало событием. Я узнала об этом месяц назад. Эмоции меня переполняли, что все-таки думаешь, что вот рабочий класс тоже видят, тоже ценят. Без героев спорта доска почета не обходилась ни один год. Вот эта хрупкая девушка, мастер спорта международного класса Алсу Асанова, в прошлом году стала чемпионкой России в беге на 100 километров. И, похоже, о ней мы услышим еще не раз. Я надеюсь, что попасть на международные соревнования и также там хорошо выступить, подготовиться. Сейчас, к сожалению, нас не допускают. А так состою в сборной России, думаю, попаду. Еще один именитый березняковец Владислав Кричфалуший в свои 23 года на городскую доску почета попадает уже второй раз. Пятикратный чемпион мира по паратэквондо, кажется, уже завоевывал награды всех достоинств. Но признание в родном городе для него особо дорого. Меня здесь воспитали, то есть все тренера, которые дали мне, можно сказать, мои навыки, то есть которые помогли мне реализоваться. И в действительности большинство побед моих – это именно их заслуга. Тренера, родители и люди, которые вкладывали в меня здесь. Поэтому я считаю обязанным себя выступать за этот город. Кстати, с присоединением Усольского района наш город станет на 15 тысяч человек больше. Так что в следующем году Березняковскую доску почета придется расширить. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров, новости на ТНТ.